Доброе утро, дорогие друзья! Этот день сотворил Господь, чтобы мы радовались и веселились перед Ним. И благая весть в том, что милость Божья, она обновилась сегодня для нас, чтобы в этом дне нам видеть дела Божьи. Каждый наш день сопровождается принятием множества решений. Даже то, где мы находимся сегодня, во многом обусловлено решениями, которые мы приняли вчера или ранее. Вся наша жизнь состоит из слов, поступков и решений. И сегодня утром я хочу ободрить вас и настроить на то, чтобы в этом дне нам принимать взвешенные решения. Потому что каждое решение, оно несет за собой последствия. Взвешенное решение – это признак зрелого человека. Давайте, когда мы сегодня будем вставать перед каким-то выбором, сказать или не сказать какое-то слово, ответить, согласиться с чем-то, принять какое-то решение, взвешивать его на весах Божьего Слова, насколько оно соответствует истине и Духу Божьему, и какие последствия эти решения будут иметь в нашей жизни спустя какое-то время для нас самих, для наших близких, для нашей семьи. Давайте оценивать и взвешивать свои решения, поступки, слова на весах Божьей истины. Хочу привести один пример жизни Моисея. Подумайте об этом великом муже Божьем. Это человек, которому было дано многое. И когда он жил во дворце в Египте, одно неверное решение способствовало тому, что он годы провел в пустыне. Одно решение привело его к многолетним скитаниям по пустыне, пустой земле. Одно неверное решение привело его к таким результатам. И другое решение. Когда однажды Бог встретился с ним на горе Синай в образе горящего куста и призвал его спасти народ Божий, вывести его из Египта, и Моисей ответил «да» и принял это верное решение следовать за Богом, это решение, оно сделало его лидером многомиллионного народа Божьего. Каждое наше решение имеет последствия. Давайте оценивать в этом дне, просить Божьей мудрости, брать какое-то небольшое время перед тем, как сказать «да» или «нет» или что-то сделать. Пусть Бог благословит вас в этом дне во имя Иисуса Христа. Аминь.